украинские войска перешли в контрнаступление в городе Сумы, а также в Киевской и Херсонской областях. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович на брифинге 27 марта в связи с ситуацией, возникшей из-за нападения России. Сейчас перед противником стоят две задачи – осадить наши войска в зоне операции Объединенных сил, завершить блокаду Мариуполя и сохранить оборону в Херсоне. Если обороноспособность противника на юге снизится, его положение вокруг Мариуполя ухудшится, сказал он. При этом Арестович предупредил, что ближайшие две недели будут неравными. Будут новости о нашей победе на некоторых позициях и контратаках. Во-вторых, будет сообщено о тяжелом положении на некоторых участках фронта, особенно на Востоке. А для этого необходимо подготовиться эмоционально, организованно и сознательно. Ранее сообщалось, что украинские силы обороны сбили российский самолет в районе города Изюм и перешли в контратаку на некоторых направлениях под Харьковом. Об этом в телеграм-канале сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.